कृष्णो तदीयपादपङ्कजोपञ्जरान्ते अद्वैवमनुमे प्राणप्रयाणसमयिकफवात्पित्वयि कण्ठावरोधनं विदौ भजनं कुतोस्ते भजनं कुतोस्ते कृष्णो त्वदीयपादपङ्कजोपञ्जरान्ते अद्वैवमनमेविशतु मनसराजहंस प्राणप्रयाणसमये कफवात्पित्वयि कण्ठावरोदनं विदौ भजनं कुतोस्ते शिशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद टोल शिशिल भक्ति सिद्धांत शिशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद сказал, что любой ценой мы не должны оставлять Кришна Баджан. Любые препятствия, любые проблемы, любая критика, которая встречается нам на пути Кришна Баджана, но все же мы никогда не должны оставлять Кришна Баджан. Мы должны принять решение сильное, не такое очень твердое решение, что даже если нас убьют, мы не оставим Кришна Баджан. Это должно быть. На самом деле Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад сказал, что те, кто по-настоящему совершают Кришна Баджан, они не видят ничего плохого, они видят, что все благоприятно. Шрила Прабхупад говорит, что те, кто по-настоящему совершают баджан, совершают настоящие Кришна баджан, они никогда не видят, что ситуация плохая, что все против. А в любой ситуации, в любом обстоятельстве, в каком бы они ни находились, они все видят благоприятным. И Кришна так или иначе защитит нас всегда. И Парад Паракхилешвар, Своим Руб Бхагаван, Шри Кришна Чайтанья Махапрабху, кто сам Шри Кришна, это признак преданного, который по-настоящему совершает Кришна Баджан. Кришна, если Он нас поместит в океан страданий, или Кришна хочет благословить нас, обнять нас, Кришна может сделать с нами все, что Он пожелает, но Он мое сердце. И кому же совершать баджан? Вы можете помнить, я говорил о двух шлоках, что Вьясадева Госвами отправил одного своего ученика повторять, в лес за дровами и повторять эти шлоки. Он сказал, что не нужно беспокоить его, просто сделать вид, что ты собираешь дрова и повторяй эти шлоки. Now here we see that anyway those who are getting the taste of Krishna bhajan, и вот те, кто получили вкус Кришна баджану, они никогда не оставят его никакой ценой и такое условие.
И первая шлока, с которого я начал, она очень важна. Она сказана великим царем, великим преданным, Кулашекаром. Он был из Южной Индии, он был великим преданным. Он говорит, он молится Кришне. Он говорит, о Кришна. My Hansa, means swan, Raj Hansa, my mind. Мой ум, он должен всегда быть у твоих лотосных стоп. Мой ум, он витает у твоих лотосных стоп. And actually, I'm very sorry. My time is over. I'm going to die. Я очень извиняюсь, поскольку мое время кончилось, и я уже должен умереть. Sometimes, you know, some different kind of problems, and my voice is just choked. И мой голос он. How to sing the glory, your glory? How to sing your name? Я уже охрип, и как же воспевать славу Твоего имени, и таким образом царь Кулашекар, он выражает свое сожаление о том, что он не может воспеть славу Кришны должным образом. И вот вчера я говорил о Джамале Арджуне. Arjun Bhiksha, actually, вот эти два дерева, они были в прошлой жизни сыновьями Куверы. Actually, son of Kuve. Nalok Kuve, Monogrib, Monogrib and Nalok Kuve. Kuva. This way, и таким образом, I was discussing in short, not in details. Я вчера кратко рассказывал эту историю. Now, и сейчас, after that, those Nalakube Manigrib, they coming out of to Arjun Bhiksha and playing in front of Damodar Bhagavan. Very nicely. И вот они начали возносить молитвы Дамодар Бхагавану, когда освободились, и после этого они вернулись в свое изначальное положение. И вот Кришна Лила происходит. И вчера я говорил. Sometime Nanda Baba was speaking. Where is my sandal, Karan? О том, что Нанда Баба иногда не мог найти своих сандалий, и Кришна говорил, я могу принести, и он пошел за сандалиями, положил их к себе на голову и принес. И таким образом Кришна служит. Actually, devotion, this word is not. Преданность, это слово. Devotion, this word, is not only applicable for us. Оно не только применимо к нам, к преданным, а также оно применимо к Кришне. Мы хотим служить Кришне, но также Кришна хочет служить нам. И таким образом Кришна, у него тоже есть бхакти, преданность. Но его бхакти, оно бхакто-бхакти-ман. Actually, he is loving his devotees. So, его преданность направлена на его преданных. И смотрите, Кришна может сделать все для своего преданного. Now, this way, actually, one day, и вот однажды one Mataji is selling. Там, я также рассказывал, что одна матаджи продавала фрукты, она пришла в дом Нанды Махараджа, и Кришна захотел купить у нее фрукты, но чем же заплатить? Но у нее ничего не было, мог зерна только дать. И он принес зерна в своих ладошках.
И вот когда он принес, то, ну, поскольку руки у него маленькие, и по дороге выпала часть, и он пришел и отдал ей. И эта Матаджи, которая продавала фрукты, она засмеялась, что такой маленький мальчик так мало принес. И таким образом она вынуждена была дать фрукты в обмен на любовь, которая, ну, в обмен на чувство Гопала, с которым он принес ей это зерно. И когда она вернулась домой, она увидела, что у нее корзина наполнена драгоценностей. So Paul Vikrini now could realize, oh, this way actually now different kind of problem coming. So all those Brajavasis, they took decision to leave this place because we are going to. Brajavasi решили оставить это место из-за всяких проблем, которые постоянно происходили. И вот, чтобы защитить его от, ну, как защитить Кришну, куда же пойти? И Упананда, Нанда, они приняли решение оставить это место и уйти во Вриндаван. Они думали, что во Вриндаване будет все лучше. И после того, как они пересекли реку, это Гукулам называется, Гокул Махаван, вот это тот район, где они жили. И если пересечь реку и с другой стороны Матхура будет, и там подальше Вриндаван. И таким образом они решили оставить это место и уйти во Вриндаван. И вот они все свои вещи они погрузили на бычьи повозки. И вот Яшода с Рахини, они сидели также на этой бычьей повозке и воспевали славу Кришне. А священник Пурохит, Пура значит те, кто находится в человеческом теле, я уже говорил. И вот это место называется Пуром, и брахманы, они делают какие-то, они, ну, брахманы, которые совершают различные благоприятные действия, которые приносят благо, они зовутся пурохитами. И вот все Враджаваси, больше их было много, они воспевали, они пели и играли на музыкальных инструментах, и эти пастушки у них есть, эти рожки, они дули в них. Some those who cannot walk, they are sitting in, you know, bull cart. And especially Yashoda Ma and Rohini Ma taking two boys and lamb, singing all the glories of Krishna and now proceeding. Godhanani Puraskrita Godhanani mean all Gomatas. Because there are lakhs of Gomata.
In Puran, Veda, if you go, property means you think your liquid money or any. У них было очень много коров и в писаниях. House, building, is that land, you think property. But actually, on those days, poverty meant. И вот в те времена богатством считалось им годан, то есть иметь много коров. Who is having maximum number of? То есть богатство измерялось количеством коров, которого было у человека, а другие вещи они автоматически происходили. Если вот заботиться об индийской корове, кланяться ей, провозить пуджу и прочее, увидите, что случится. Столько всего благоприятного, Кришна будет на вашей стороне и пошлет много благоприятного. И таким образом. И вот все пурохиты и гопы, они так шли в сторону Вриндавана, они были украшены украшениями, одеты в прекрасную одежду. As Gopo, and they are, you know, they are sitting on, you know, bull cart. Sometimes somebody walking, they have their fish, and they are singing all the glories of Krishna. И вот они воспевали славу Кришну. Кришна, и здесь я уже говорил, что Яшода и Рахини, они сидели на одной повозке, и Гопал сидел на их, Гопал и Баларам, они сидели на их коленях, и я уже сказал, что их возраст Кришны и Баларама мы вчера посчитали около недели примерно. Я потом могу еще свидетельство привести. И вот они почти одного возраста. И вот в одной повозке Яшода и Рахини, они сидели. And they are going. Somebody is singing. They are hearing. Somebody there. Sometimes they are. Кто-то из них пел киртан, воспевал славу Кришне, кто-то слушал, и так это продолжалось. А мы Гауди. Мы хотим быть в такой ситуации, чтобы все время мы могли слышать о славе Шри Кришны. Мы ненавидим политику, разговоры о богатстве, о женщинах, о прочих материальных вещей. Нам это совершенно неинтересно. Но любая пратишча, которая приходит к нам, и вот Шрила Прабхупада. Шрила Прабхупад говорит, пратишта. Может прийти, но все это пратишта, все это уважение, почтение можно передать моему Гурудеву, и тогда ничто не заденет нас. Я чувствую себя удобно в лесу, во Вриндаване. Я жил на Сурикунде долгое время и читал Бхагаватам каждый день по много часов. И я чувствовал себя прекрасно, и перед вами тоже я чувствую себя хорошо. И, то есть я не привязан к каким-то, как сказать, внешним обстоятельствам. И люди могут что-то говорить, что они хотят, но какое отношение это имеет к нам? То есть пратишта, которую вы сами принимаете, она подобна испражнениям, но пратишта, которую вы передаете Гуру Варге,
вы можете проверить. Если любой вайшнав, то есть который не привязан, тот, кого не касается пратиштха, тот настоящий вайшнав. Бриндаванам самправисья сарвакаду сукхавахам. Бриндаванам самправисья сарвакаду сукхавахам. 35. Бриндаванам самправисья сарвакаду сукхавахам. Татру чактюрвайавасам сапатвайрарут ардачандрават. Vrindavan is very nice siddhanta. Vrindavanam sampravishyo sarvakal sukhavaham. Vrindavanam pravishyo, who is going to enter, to get entry, but he has not entered. Vrindavanam sampravishyo. Sampravishyo is from, I already told, action, if I put reaction, put it in Indivan. So you see, pravishyo means to get entry, and sampravishyo means from heart. From heart, their heart is total, you know, occupied by the beauty of Vrindavan. They feel uncomfortable, really. Actually, it is really so. In Sarva Goswami Ashtaki, мы находим такие слова о славе Вриндавана. Kujat kakila hamsat sarasvagana kirne mayudhakule. This nice. So this is Vrindavan, and this Vrindavan, Vrindavan sampravishyo, and one title is there. Very nice, excellent title, which is inconceivable. You cannot use this title anywhere, not possible. И вот у Вриндавана есть уникальный титул, который не применим ни к чему, только к Вриндавану, ни к какому иному месту. Это такой трансцендентный титул, вот этот Сарва Кала Сука. То есть это значит, что в любое время там чувствуется блаженство, хотя внешне, если поехать летом, там температура под 45 градусов, слишком жарко. То есть очень, хотя внешне там может быть очень жарко. Near Govardhan. Near Govardhan? Yeah. So how you can feel comfortable if your body and mind not disturbed? Как же чувствовать себя хорошо во Вриндаване? Только тогда, когда ваше тело и ваш ум, они полностью поглощены Кришналилой, когда все материальное уже ушло. То тогда и Санатана Госвами говорит в Брихат Бхагаватамрите. Кришна Бхакти Судхапанат Дехо Дайхика Висите Те Сам Панчабхоти Дехопи Сачидананду. И вот Санатана Госвами говорит, что Кришна Бхакти Судхапанат Я Вы пьете нектар Кришна Катхи из правильного источника. И когда вы слушаете о Харикатху всем сердцем, тогда вы можете чувствовать, что у вас нет интереса к телу, к уму и прочему. И в этом состоянии вы можете найти, что вы не заинтересованы ни в каких материальных вещах. Вы можете забыть ваше тело и все остальное, что связано с телом. И для них, хотя вы
Хотя можно внешне видеть, что их тело состоит из пяти элементов, но они как-то заряжены, как сказать, но у них есть также трансцендентное тело. И вот для них применимо это вот, значение этого титула, что там всегда чувствуется блаженство во Вриндаване. Если посмотреть на жизнь наших ачарьи, они живут во Вриндаване, им всегда хорошо. Они не чувствуют никаких материальных беспокойств. И мы должны помнить, что во Вриндаване всегда можно чувствовать трансцендентное блаженство в любое время, когда бы вы не отправились во Вриндаван. С Апракрита Бхавой можно найти, что там всегда блаженно. And making, you know, they are making their small heart first, because after that they construct. И вот они, когда отправились туда, они построили какие-то временные эти дома, и дом на Демахараджа был в центре, и по окружности, как полумесяц, были дома такие временные остальных групов. So this way they are making their small heart and you know they are enjoying their life. Tatro chakrur vajavas avasam, tatro chakrur vajavasam sakatir avachandra. Brindavanam govardhanam jamuna purinanisha bikshashid uttama prati ramamadho yarnipa. 36. Vrindavanam Govardhanam Jamuna Puruna Nisha Bhikshashid Uttama Priti Rama Madhava Yorunika Vrindavanam Govardhanam Jamuna Puruna Nisha. Now we have very big question coming. But Maharaj, when Nanda Maharaj went, they actually Govardhan, Jamuna, everything near. But now if you go to Nanda Brahma, no Govardhan, no Maharaj, very strange. No, вот вопрос возникает насчет его, насчет Ямуны и Говардхана, то есть как они там были, хотя это далеко находится. И вот вы должны внимательно слушать насчет этого в Самхите. Сангития, точнее, говорится, что Говардхан настолько высок. И Гирирадж настолько высок, что даже во время заката тень, она до Бутешвара, это 20 километров оттуда, тень до туда доходила. И как-то возможно, то есть если посчитать размеры Говардхана, они очень велики были, но сейчас он стал гораздо меньше. Почему? Если подумать, что гора настолько высока, то, соответственно, ширина и длина, она тоже должна быть соответствующая, но по проклятию Паластимони он уменьшался постепенно. Будьте внимательны. Просто не математика даже, а здравый смысл. Вот пирамида, например. Есть ширина у нее и длина, и высота. То есть чем то есть если будем эту пирамиду засыпать землей, скажем, то со временем как высота, так ширина и длина, она уменьшится, и поэтому
в то время Гаватхан был рядом с Нандаграмом, и Ямуна, это, она тоже очень велика. И когда я говорил в четвертой части, я же сказал, что Нарад, он дал наставление своему ученику Дуи Махараджи. Иди, прими Ямавини в Ямуне. А где Ямуна? В Мадхуван пойти, там Ямуна не видать. Но в то время Ямуна разделялась на несколько потоков, как в Навадвипа, полностью изменилась. Если пойти немножко назад во времени, Читра-Навадвип, такой Читра-Навадвип. Такая книга была опубликована с Шрилой Бхактивинода Тхакуром. И, то есть там была карта Навадвипа в то время. И Шрила Бхактивинода Тхакур изучил все исторические документы и прочее. И можно сейчас можно увидеть с той стороны, есть пересохшее русло Ганги, где за матхом Шридхара Махараджа. Вот, то есть смысл в том, что все изменилось за это время. И в то время Параматала и Бритхашив были на этой стороне Ганги. А когда Ганга русло поменяла, то, соответственно, положение относительно Ганги тоже поменялось. И вот после всего Джагнадас Бабаджи Махарадж, он явил место явления Махапрабху, но всякие местные сахаджи, они до сих пор они обманывают людей, говорят, что место явления Махапрабху не там, не здесь, а там. И поэтому вы не должны сомневаться вот в этих словах. Рама значит Баларам, Мадав значит Кришна. Рама Мадхавайор Нипо, Викшашит, after looking the condition and the. И вот после того, как они увидели красоту Вриндавана, Баларам и Кришна, они очень обрадовались, поскольку они увидели прекрасное место для своих игр. То есть дети обычные, куда вы. Обычные люди, например, выбирают себе какое-то жилье, смотрят, где рынок, почта и там железная дорога поблизости. Это главный ориентир для них. А дети, для них главное какая-то игровая площадка или еще что-то, какие-то. Ну, а в этом случае они увидели очень прекрасную природу и все благоприятное. Balaram and Krishna, и вот Баларам и Кришна, они очень обрадовались, видя такую ситуацию здесь. Но сейчас географическая обстановка внешне изменилась. Но если у нас будет даршан тех времен, то мы увидим, что так там и осталось.
So you see, this way you see, evam brajukasam pritim yachantu balo chastito and kalo bakwe sakaleno batsupalo bahut bahugatu. Ивам брадукасам притим джачанту бадо честито. This way Krishna Balaram. И таким образом Кришна Баларам, он, они являли свою детскую лилу. И через эту лилу они, видя эту лилу, все в Раджавасе они радовались. И вот Дамодараштака, Дамодар Лила, например, которая описывается в Дамодараштаке. This way actually you see. So evam brajukasam pritim yachantu valu chashtito kalavakvai Свакалена, свакалена, батсапалу бхавату. They gradually they grow up playing different kind of playing, sometimes jumping from here to there, swimming, different kind of boyhood lila they are doing. And gradually they grow up, after that the very shortly they become efficient to take care of calf. И вот они так выросли, уже достигли того возраста, в котором могли заботиться о телятах. Хотя имя Гопала вечное такое незыблемое. И так и с тех пор они начали заботиться о телятах. Чарая масатур ватсяну нана кира паричадвай. With different kind of, you know, with different kind of mood. Sometimes they are playing here, sometimes playing in Chankadam, here, there are so, so many places. And you see, over different nice, nice dress. Gopal, there are these nice, nice dress. Coward boys, putting some towel here. Gamcha, putting here. And with some stick in hand, and this in, you know, here some cloth tied the Gopal ways, yes, and food is also there, you know, sometime playing. So, evam brajukasam pritim brajachanto balachestito kalabakvai shvakalena batsaparuhu bhavuva. Авидуре бхажа бхубаха сахо вало сахо гупало дарупай чарья масатур ватсану нара кира паричару. Different kind of, you know, playing there, playing here and there. Авидуре not long distance, because Yasodama don't allow Gopal to go tour. Вот Яшода, она не отпускала Гопала далеко, она всегда беспокоилась о нем, что я не могу не отпущу тебя с коровами. А Гопал говорит, нет, я должен идти, поскольку мои эти коровы подобны матери, я должен идти с ними. Но Яшода говорила, у нее много слуг, они могут следить за коровами. Но как, ну, Гопалу надо было уйти с коровами, как же он будет являть свои лилы? И Яшода сказал, что ты должен надеть какие-то сандалии и идти в них, поскольку дороги плохие, колючие. А Кришна сказал, что коровы же босиком ходят, и я босиком пойду. А Яшода просила, что его хотя бы играть на флейте, чтобы она могла понять, где он находится. И вот однажды они пошли в Теракадамбу. Откуда это имя? Значит, Теракадамба, это буквально значит, что где-то рядом.
то есть эти места все рядом. И условия, которые поставила Яшода Гопалу, ты хорошо, ты можешь идти, но иногда должен играть на флейте, чтобы я услышала, что ты где-то рядом, поскольку там очень опасно, разные колючки, камни, животные. И я не могу потерпеть те страдания, которые ты будешь испытывать по дороге. И поэтому говорится здесь. И те мальчики, они иногда они играли друг с другом. Different way, sometimes football with one kind of, you know, lemon. Have not lemon actually, one kind of, you see what it's called? Not jackfruit, one... Батабе. Батабе, very nice, round. Вот иногда они играли в футбол с этими большими батабе. Ну, это типа грейпфрута. Ну и различные другие игры. Басо упинам бичо, басо юто гатам харихи, даршан баладевайо санер мудо иваса. Басасур, actually now coming, in the form of баса, каф. Бхагаван Хари, already indicating, giving indication to Баладай Махарадж. И вот один демон пришел в форме коровы, теленка точнее. So you see, gradually, Ram going there, и Баларам он узнал об этом. Паттамани папатаха. Твам бикшо вишвита валаха сасамсу саду саду ити девасчва пари сантушта бхугу пушпо варшинаха. Actually, Krishna going, you see, Balaram. И вот Кришна и Баларам. One demon, Daita, coming in the form of Vatsa. И вот они куда-то шли, и демон им по дороге пришел, и Кришна взял его за заднюю ногу и кинул, либо куда-то бросил его. Этот демон упал, сломал шею и умер. И все полубоги, они начали кидать цветы в его честь. И таким образом Кришна, он так являл свои лилы. Вот Агасур, Бакасур и прочие демоны один за одним являлись. Кришна и Баларам, Бакасура, значит, Бакасура был убит, и так один за одним различные. Кришна и Баларам waiting for, Госарам. И однажды Кришна с Баларамом пошли пасти телят, и
ну, если демоны какие-то им там встречались по дороге, они их убивали. И вот первый Ватсасур убит, потом Бакасур, потом Агасур. Агасур, он был подобен большому питону, большой змея. И он лежал с открытым ртом, и пастушки подумали, что это какая-то пещера, но не знали, что это пасть питона, но запах там был в этой пещере не очень. Но они думали, что это пещера, но от нее воняло. Но это был демон лежал просто с открытым ртом, чтобы они зашли туда, он их поглотил. И вот в 12 части Шукадева Госвами говорит. Vayasso Vatsopano Prabodayano Singh Ravino Charuna Vinirgato Vatsso Purasvaro Harihi Tene Yusakam Prithukaha Sahasrasaha Snigdha You know, Susrik Betro Vishanveno Sano Sano Sahasso Parishankhaya Nitano Vatsano Puraskrito Однажды они приняли решение отправиться в лес и там поесть. Дома они ели каждый день, но решили в лесу поесть. И вот все гопы, они собрали всю еду свою. And also they carry away stick and turban, everything with all their cow and calf, all respecting, you know, they are going in line queue to Vrindavan. This way very nice actually. And also in Vrindavan you can find one place, you can go to Kamban. И в Вриндаване есть такое место, Камьяван. Там можно найти место Боджантали. И это то конкретное место, где Гопала и Гопа и Гопал, и они все ели прасад в том конкретном месте. They wanted to take prasadam there in forest, so with this motive, they are now going entire forest with, you know, playing, you know, singer, Hindu, very nice, and enjoying singing the glories of Krishna. And they are running sometime, they are entire forest going to Kamban. A Kamban is also Vrindavan. Now, if somebody is speaking of Vrindavan, вот если сейчас кто-то говорит Вриндаван, это многие думают, что это город Вриндаван, но это не так. Вриндаван, ну, в другом значении, значит, вот все эти леса, они, как Камьяван и прочие, они значит Вриндаван, но никто не знает, что Мадуван и прочие, они все называются Вриндаваном. Actually, they are in this way playing, and sometimes they are speaking. You see, now actually noon time, we are very hungry, so. И вот уже полдень они решили принять просад, но. This way, they wanted to take prasad on this that, so they took decision to take prasad here noon time. Actually, 12 o'clock over. So this time they are taking prasadam. In the meantime, you see, they find that all, you know, they are taking prasadam. И вот они сидели, ели и хвастались, показывали друг другу, что им их мать дала. Что Кришна, смотри, мне вот это дали, мне то и.
Но они еще делились с Кришной, причем они сами сначала пробовали, потом давали это Кришне, то есть свои объедки Кришна, он это принимал. That's why you see they are very happy. Now in the meantime, Brahma is тем временем Брама он подумал, как это возможно, что Нанданан Кришна, что он сын Нанды Махараджа, какой же он Господь. И Брама, увидев это, он подумал, как это, какой же он Кришна, если он ест объедки своих этих друзей. То есть это не Кришна, это наверняка какое-то другое существо. Брама подумал, а если он вообще Кришна, то я могу проверить его. И как же его проверить? Брама, когда они ели, он тем временем он решил, что я украду всех телят сначала и посмотрим, что Гопал будет делать. Then after that, in the meantime, when they are already taking prasadam, когда они ели, то какие-то эти пастушки говорят: а где же телят? Куда они ушли? Может, они уже убежали далеко? И Кришна сказал: не беспокойтесь, вы ешьте, а я пойду поищу. Поскольку если я могу играть на флейте, они вернутся назад, а вы сидите, ждите. И Кришна с... And in between, there is a you know card and rice, very nice tasting. А Кришна. This way, now actually, they are actually going, and now Gopal just gone to search where those calves are. И Гопал ушел искать телят. И после того, как он их искал, но не мог найти, где же они. И когда он не нашел телят, он понял, что Брама, все это, он их украл. This way actually, when after that actually, and when come back here, и когда он вернулся, то смотрит все эти гопы, их тоже нету. This way actually big problem. И он думал, что делать, и Кришна, он осознал, что это Брама все сделал, чтобы проверить меня, проверить мою, как сказать, чтобы проверить меня, Кришна или не Кришна. И после этого, что случилось? Кришна явил такую лилу. Он создал всех из своего тела всех телят. Точно таких же, и также гопов, они были точно такие же, в абсолютной копии. Он сотворил их из своей энергии, своего тела, с таким же умонастроением, одеждой и прочим. И говорится, यादि संत घनस्वामा पितो कुशियवाससा चतुर्भुजा संकचक्रो गदा राजीव पानयो किरीटीनो कुंडलीनो हरिनो बनवालिनः शिवसांगदो बजर शिवसांगदो रत्नो कंबुज पानयो
Нупурайр катакойр ватаха кито сутрангли кай. Everything as it is. Сивасангадо, сивасангадур, ратно, everything, all decoration, all ornament, everything all same, you know. Then actually, evam sanmohyano vishnum vimo, vachan vimoham vishwamohanam sayaivo mayaya ajopi swayameva vimehita. After that, и после этого Брахма, когда он увидел, что я уже украл их, всех телят, всех коров, всех гопов, и как они опять же там, и Брахма, он был озадачен, он пошел смотреть, куда он поместил, вернулся, смотрит, и там находится. И Брахма начал медитировать, и после этого он мог увидеть, что все Кришна, что все телята, все пастушки, они все Кришна. Same garden, same thing, everything. Of four hands, Sankajagrugada. Then Brahma gone mad. И тогда Брахма он понял, что он совершил ошибку, он совершил оскорбление. Я хотел проверить Верховного Господа. Это плохо. Это оскорбление с моей стороны. И я должен пойти к Кришне и с молитвой, чтобы я мог получить прощение. И вот в 14 главе можно видеть, Брахмастава начинается. Я могу обсуждать ее кратко. И вот Брахма говорит. Ваннасраджи каваравитра вишанавину Лакшастрие мидупади паспаам жаю Номиддате абравапусе таритам барайо Гунджаватамса парипичара садамкайо Ваннасраджи каваравитра вишанавину Лакшастрие мидупади паспаам жаю. Nomi Iddo. Iddo means worshipable. Iddo worshipable. I'm not paying you. Ты поклоняемый. Я на... Твой цвет, он подобен цвету свежей грозовой тучи. Ганашьям. Very nice. Ты очень прекрасен. И... Вапусе значит, твое тело, цвет твоего тела подобен цвету свежей грозовой тучи, подобен драгоценности, и твоя одежда, она подобна тарит, значит, когда цвету молнии, цвету расплавленного золота. И гунджамала, она очень прекрасна, которая находится на тебе, и другие различные гирлянды из лесных цветов. Вишан, Бену, all here, Лакшастрие Медупади Пасупангаджайо. И вот Нанда Махарадж, он заботился о всех коровах, и поэтому его называют этим словом. That's why
И поэтому его сын тоже так зовется таким словом. И вот Вишвана Чакравати объясняет, почему Брахма говорит таким не прямо, а такими описательными и иносказаниями говорит, что Брахма хотел сказать этим, например, что его одежда подобна цвету молнии, цвета расплавленного золота. А Вишвана Чакравати говорит, что Брахма, он очень такой большой философ, и вот он описывает таким образом, чтобы мы могли понять смысл, стоящий за этими словами. Поскольку, когда тучи собираются, и молния начинается, огромная молния, то тогда мы можем видеть цвет этих туч, иначе нет. И что Брахма хочет сказать? Ну, имеется в виду, если ночью такая гроза, и... То есть этим Брахма хочет сказать, что... Только тогда, когда Радхарани рядом, то Мукунда Мадан Махан, он виден. Но без Радхарани мы не можем увидеть его. То есть имеется в виду, что ночью, например, когда тучи они как бы есть, но пока нету молнии, мы их не увидим. Так это молния, она подобна Гуру Таттве, и в ее цвете, в ее свете мы можем видеть тучи, которые олицетворяют Кришну. Ну, а поскольку это молния такого цвета расплавленного золота, она олицетворяет собой Радхарани. Radha Sangha Yada Bhati Tadeva Madan Mohan Nomidate Abhravapuse Taritam Varayu Gunjavatam Sopari Pichara Sadamukhayu Banna Sraje Kavala Vetra Vishanavim Lakshya Sri Medipati Pasupam Jayu. Таким образом, Брахма возносит молитвы Кришне, о Кришне. И после этого так много стотр и... Твое имя Аджит. Ты... Никто не может завоевать тебя, Аджит. Буквально значит, никто не может победить тебя, но все же ты иногда побежден преданными. И вот наши... Мои попытки с помощью знания, у меня четыре головы, я думал, что я своим умом я могу познать тебя, но это представление о том, что я могу познать тебя своими собственными усилиями, я откидываю впрочь, удапасе, значит, очень далеко. То есть эти умственные попытки познать Кришну своими усилиями, я не буду этим заниматься всю мою жизнь, я не повторю этой ошибки снова. Я уже говорил, что логика, она не может стоять на пути к абсолютной истине, и поэтому я отбрасываю все эти логические попытки, все наши личные усилия. Мы думаем, что мы очень разумны, можем найти решение этому, и эти усилия, мое знание и прочее, я откидываю прочь. И что дальше? И я могу быть с преданными и слушать о Твоей славе. И через слушание Харикатхи я могу понять,
могу видеть что и что. И такова система. Наш путь Шраутапанха. Шраутапанха. Сначала мы должны приблизиться к Гуру Вайшнавам. Гуру Вайшнава, который воспевает славу Кришны, вы должны слушать. И потом в вашем сердце у вас откроется даршан этих вещей. Вишвана Чакравати он объясняет Станастита. Вы должны находиться в должном, в хорошем положении. Станастита значит, что вы должны быть в обществе преданных. Я никогда не хочу уйти от преданных, поскольку если вы уйдете, то вы падете в тот же момент. Станастита значит, я хочу находиться рядом с преданными, поскольку тогда у меня будет возможность слушать. Поскольку, если мы совершали какое-то оскорбление, ее совершают обычно умом, речью и делом. Есть три вида грехов. Вот во время Аджамилы я говорил, что дживатма, она всегда совершает оскорбление кай, значит, телу, ман, ум и вакья, речью, словами. И оскорбление тоже таким образом. И вот я помещу себя в такое место, где я могу слушать Харикатху и следовать наставлениям Гуру и Вайшнава. И вот все мои тело, ум, сердце, слова. Я хочу занять. И хотя твое имя Аджит, ты не можешь быть побежден никем, но все же преданные, они могут победить тебя своей преданностью. И таким образом Брахма, он говорит очень прекрасные слова. Брахмастава, если буду обсуждать, это займет очень долгое время, я кратко говорю. Важный шлок и Дигадаршан. Tate anukampyam susamishama Vanyan evatmakritam itakam Ridvagavapu virvidadat namaste Jiveda jo mukti pade sadayva Tate anukampyam susamishama Vanyan evatmakritam itakam Ridvagavapu virvidadat namaste Jiveta jo mukti pade sadaya bhag В любой ситуации, в какой бы вы ни находились, вы должны чувствовать, что это милость Кришны. И вот согласно нашим прошлым действиям, согласно сейчас я получаю такие результаты, и кого же обвинять в этом? Я сам ответственен за все это, милость Кришны. И вы должны чувствовать себя расслабленно, спокойно везде. Шушамикша значит, вы должны думать, анализировать. Икша значит видеть, а сусамикша значит видеть с должным суждением, размышлять на основе Писания. Это сусамикшама, значит, почему вы оказались в этой ситуации, вы должны думать об этом,
и под руководством Гуру Вайшнавов найти причину, и кого же обвинять, мы сами ответственны. Это зовется Сусамикшамана. Сусамикшамана, снова и снова вы должны думать и получить конкретный ответ. И это из-за моих прошлых действий, и я получаю такой результат. Тело, ум и речь. Когда бы вы не кланялись какому-то вайшнаву или божествам, не говоря ничего, это нехорошо, это бесполезный поклон. Если вы просто поклонились, это механический поклон, ничего блага вам не приносит. Когда вы кланяетесь, вы должны сказать, произнести имя Гуру Вайшнава и как кланяться Вайшнавам. Вот это мантра Иванча Калпатрубища. Умом ваше предание должно быть совершенно. Если ума нет, просто вы кланяетесь, как бы сказать, физически кланяетесь, а ум ваш куда-то улетел, то это плохо, поэтому вы не обретаете силы. Иногда мы кланяемся божествам, ничего не говорим. Если кланяемся Гуранге, то вот этой шлокой можно возносить молитвы ему. Если Кришна, то вот это Кришна Каванасинда. Если не произнесите этих слов, мантры во время поклона, то благо оно не обретается от поклона. И также, если Шива и Парвати, или Парвати без Шивы, или Шива без Парвати, то как кланяться, вы не знаете. Кланяться так, как Кришне и Гауранге. Если вы хотите поклониться Шиве одному, то можно видеть его как гуру, прямо кланяться. А если Рада Кришна, Лакшми Нараян или любая Вишну Татва, то левой стороной кланяться. И правило, вы должны запомнить, как кому кланяться. Вишну Татва все слева, мы должны к левой стороне кланяться. А Гоури Шанкара, они подобны отцу и матери, то наоборот, правой стороной кланяться. Чтобы они справа были. А Гуру Деву нельзя ему как Кришне кланяться, нужно прямо кланяться. Иначе, благо мы результат не получим от поклонов. Бхаве, значит, это во множественном числе. То есть можно много кланяться, но если неправильно кланяться, то благо от поклонов не обретается. Поэтому нужно кланяться конкретно всем, ну, каждому по-своему. Сердцем, речью и умом мы должны предлагать поклоны, иначе наш поклон несовершенен. So now we go. Now Brahma speaking. И вот Брахма говорит. It is my adversity, you see. Это из-за моей гордости. Я, о Господь, я хотел проверить тебя, где же находишься ты и где я. Where you and where I am? Infinity Brahmanda there. Бесконечные Брахманды. Они входят и выходят во время твоего дыхания. Лома Вилая Йогадам Наната Вишвана Маханаса Йоясу Кала Вишешо Говинда Мади Пурушанта Махамвия. Брахма Самхита. From Govinda, Брахма Самхите говорится, Говинда это Пуруша Аватар Махавишна. Махавишну in each four, four in one, four city, no? It's four.
из пор на теле Махавишну, то в каждой его поре бесконечные брахманды находятся. И как это все посчитать? А мы настолько малы, настолько малы. केद्रिक विधारी गणितांड परानुचरिया बाताद्धरोम विवरस्सो चौथे महिम 14 chapter 11 काहम तमो महदहम खचराग्नि बाभूर संग्रेष्टितांड घटो सप्तवितास्तिकाया केद्रिक विधारी गणितांड परानुचरिया Bhadadhuram vivarasya chate mahimna. Where I am? Only in us, you know, Patal, you know, this is Bhur Bhuva Samhau Yana Tapo Satya. And down you see, Atar Vital Taratar Mahatar Patal Sutal, you know, this is. So where this, you know, I think I am all in love. Oh my God! It's made of all five elements, huh? Of five elements. Maybe proportion is different, but five. То есть все это сотворено из пяти элементов, может пропорции другие, но все они сотворены из этих пяти первых элементов. Каам тамо махадхам хачарагнир бабур сангаститан гато сапто витастикая кедрик видхавиганитан параначарья Charya pata dhromo vivarasa chate mahima. Where you are? Where I am? Infinity Brahmanda is there, you know, in... Бесконечные брахманды, они пребывают в Господе. И я хотел сравнить тебя со мной, я хотел проверить тебя. Я очень извиняюсь. И, о Господь, я хочу попросить прощения, поскольку, когда подобно ребенку, пребывающему в чреве матери, иногда, перед тем, как родиться, он иногда пинает мать ногами, и мать чувствует боль. So utkhepanam garva gatusvapada yokin kalpate matu radho khyagase. Tomorrow I can first discuss the two points. Завтра я буду говорить об адхокчаджи и акшаджи в начале. То, что говорил Прабхупад об этом. И вот, о Господь, Ты отец и мать, поскольку в материальном мире можно найти кто-то отцом, матерью является, но Кришна, Он отец и мать для всех. И Он в одном лице отец и мать. Кришна это все, отец, мать, друг и все остальное. Very nice. You see, very nice. So this way, everything is Krishna. И вот таким образом все Кришна, Кришна отец, Кришна мать, все Кришна. Kim asti nasti vyapadesa bhushitam tavasti kukhe kiyat opi anata. What is there out of you? Everything is there. Что есть кроме тебя? Все находится в Кришне, нет ничего, чтобы не было вне Кришны, поскольку Адвагьян-таттва, я уже говорил, это все Адвагьян-таттва. Все ты. Нет ничего, кроме тебя. И Брахма плачет и говорит, что ты Нараяна. Атма свал адхиша кхира лока сакши
Нараяно амьям нарбхужа лаянат тачапи сатьям на тадинго майя. Actually, Krishna can speak, но на самом деле Кришна может сказать, что ты говоришь, Нараяна это твой отец, как я могу быть им? А Брахма говорит, что ты изначальный Нараян. Нараян значит... Нара значит, нар значит вода. И ты изначальный Нараян. Может быть, я родился от Нараяна, от Махавишну, но кто это ты? Изначальный Махавишну Нараяна, это ты. И таким образом Брахма, он долгое время возносит молитвы. And actually, after that, coming into conclusion, и он приходит к заключению: «О Господь, прости меня, иначе нет для меня никакого пути». Если кто-то хочет найти тебя, он может искать всю свою жизнь и не сможет найти тебя. Это невозможно. То есть своими собственными усилиями невозможно найти тебя. Иногда кто-то может получить милость твоих лотосных стоп, то тогда очень просто можно понять, что значит Бхагавататва. И также в Бхагавад-сиддханте мы находим те, кто мукта-санги, те преданные, только у них можно найти бхакти не на каком-то базаре. И там это описывается. So, athapite deva padam yodayo prasad leso nagrihate evi. If somebody even getting kripa, если кто-то получает милость, and this way actually approach Guru Vaishnava, Guru и Вашнавов, они просят милости у их лотосных стоп, то тогда и только тогда, по их милости, то есть есть определенный путь, и вы должны следовать Срута Панте. Нельзя идти каким-то ненадежным источником, поскольку если вы отклонились от пути, вы не можете продвигаться вперед. Я могу привести пример. Например, у вас поезд с Хавры. И до Бомбея, скажем. 22 вагона. Если один этот вагон он отцепился где-то в Бхопале, то до Бомбея он не доедет. И гарантия того, что вы... Да, едете до Бомбея из-за того, что этот локомотив он довезет вас до Бомбея. Если вы отцепились от этого локомотива, то никуда не доедете. И таким образом, смотрите, то тогда душа дживатма, она может узнать о тебе, о твоей татве, о твоей сиддханте. За бесконечное время она может искать жизнь за жизнью и не сможет достичь успеха. То есть если не будет следовать этому пути. И вот Брахма говорит, Нанда Гопа Бхаджо Касам,
Janmitram Paramanandyam Purnam Brahmo Sanatam 32 14th chapter Aho Bhagyo Maho Bhagyo Nanda Guru Vyodhisham. And those who are staying in Nandagram, те, кто находится в Нандаграме, Нанда Баба, они очень удачливы. И вот Парадхара Келеша, Адваген Татва, уникальная Татва, она в форме Кришны. This way, Jamitram Paramanandam, Purna Brahma Sanatana. Now Krishna having relation with Brajavasa. In Chaitanya Charitamrita, Krishna Bhava, Krishna Bhava, Krishna есть отношение с Раджавасей, и Кришна Датскараш Госвами в Чайтанья Чайтамрите говорит, что в Раджавасе на Бенгале вот эти слова говорят, что те в Раджавасе у них есть естественная, спонтанная привязанность, любовь к Шри Кришне. И у Кришны также такая же естественная, спонтанная любовь, привязанность, влечение к Раджавасе. И те в Раджавасе, он чувствует огромную привязанность, влечение к ним. Он говорит, что в Раджавасе это мое сердце. И также в Раджавасе говорят, что Кришна это наше сердце, без Кришны мы не можем жить. И во время Амбариш Махараджа я сказал, Маганнатте наяланти нахамте бхио манагути Садхунам хиджа хиджам маджам Садхунам хиджам Садху – это наше сердце. И с другой самхиты я также говорил об этом. Бедами бачанам випрамухам гавастанурмамо джуйам деваха Ангани, and Садхаво Асабо Хиди. Садхаво Хи Асабо Хиди. Those were Садху. Те, кто Садху, они мое сердце, а вы полубоги, это мои органы, части тела. And Гаво Гомата, my body. Гомата, корова, это мое тело, веды, моя речь. И випра, мои уста, через которые я ем. Если вы накормите Брахмана Всевышнего, то будьте уверены, Кришна, он ест это, он принимает это устами Брахманов, но такой чистоты мы не можем поддерживать настолько, но высоко это практически невозможно. И вот здесь Нанда Гопо Бхаджукасам Янмитрам Парамананандам Пурнам Брахмо Санатанам. This way actually. Now Brahma speaking. What to speak more? И вот Брахма говорит, что говорить еще. Я хочу родиться во Вриндаване, как травинка. Таддуй Бхагдамихо Джанму Киматабьям Ядгокуле япи катамам грирачо висекам Ядживитанту Никхилам Бхагаван Мукундоствадвапи Ядпадраджо Сути Мигамио. The Сути Срити. И вот Срути, смотрите, они все ищут, где же лотосные стопы Шри Кришны. Срути, смотрите, Пураны. И в итоге они достигают Вриндавана и видят надо Шри Кришну, это наша наивысшая цель. Будьте внимательны. И вот Брахма, он плачет и говорит, я чувствую себя самым удачливым. Яд гокуле апи катамангриджо висекам
Яддивитанту нихилам бхагаван мукундусвадья апи. Ядпадраджохусути мигамива. Я хочу стать травинкой в этом Вриндаване. Что говорить о Гокуле? И там всегда можно найти пыль с лотосных стоп гопов, Гопала и Гопи и Говинды. Весь Вриндаван, он полон пыли с их лотосных стоп. И вот я хочу родиться там. Я думаю, что это очень великая удача. Поскольку те Шрути и Смрити, они говорят о славе пыли с их лотосных стоп. Я хочу родиться во Вриндаване. И смотрите, все ваше каму, кротху и прочее вы можете как-то контролировать это до тех пор, пока у вас нет чистой преданности. И когда эта чистая преданность появится, то все нежелательное, оно автоматически уйдет. И до тех пор, пока я не могу говорить о себе как о близком и дорогом Шри Кришне, то грехам. И до этого момента все ваше разделение, гнев, зависть, оно может беспокоить нас. И до того момента вы можете видеть свой дом как тюрьмой, может там есть все удобства. Но Брама говорит, что это подобно тюрьме. До тех пор, пока вы не развили сильную привязанность, любовь к Шри Кришне. Когда Кришна, он примет вас, то есть пока Кришна вас не примет, до тех пор всякие материальные вещи будут вас беспокоить. И вот под влиянием Майи, я вижу, что я нахожусь в оковах. И мой дом, в котором так много удобств, он подобен тюрьме. И когда Кришна может принять нас, то есть, и тогда все, то есть, когда Кришна примет нас, все наши проблемы, они сами уйдут. И вот Брама продолжает. Явад Кришно Натиньяна Прапанчам Ниспрапанча Йопи Вирамба Йоси Бхутале Прапанно Джанатанду Прапанно Джанатананду Сандхам Пратитумбо Прабху 37 Прапанчам Ниспрапанча Йопи. И хотя внешне можно видеть, что мы находимся в материальном мире, но это пропанча, этот материальный мир, он не пропанча. Ты не прапанча, ты за пределами этого материального мира. You are actually beyond this material conception, material world.
до Брахмалоки весь этот материальный мир простирается. Есть категория, но до Брахмалоки все это, весь этот материальный мир. Деви. Это Девидама. И оттуда вы должны возвыситься выше и выше. И тогда после Брахмалоки, то все эти материальные локи до Брахмалоки и после Брахмалоки Чинмая Каран Вираджа. И там вы можете принять омовение в реке Вираджа, если у вас есть эта способность. И тогда вы должны принять омовение в Вираджа, и тогда... И тогда после того, как вы приняли омовение, вы можете... достичь сияния Брамы, Йоти, Джоти. Я уже сказал, что из тела Гопала какой-то свет исходит автоматически. Вчера я говорил об этом. Но этот свет можно найти так же, как сияние Брамана. Вы должны пересечь его и там увидите Садашиву. Садашива — это... Он относится к Вишну Татве. И вот это потом Йога Майя и Гупешвар, Садашив, Адвайта Гасай. И дальше различные, как сказать, области. Локи, Рама, Нрисимха, Вараха, Курма, Вайкунха и прочее. So this way, и вот таким образом, но вы за пределами этого материального мира, но все же, чтобы принести радость твоим преданным, ты являешься сюда. Iti diko salila virananda kunde saga sanima jantyam makshapayantam. So nice, you know, прекрасно, Гопал, его обязанность давать вам радость, но вы слишком пассивны, поэтому не чувствуете этого блаженства. Вы должны следовать чистым гуру вайшнавам. Почему вы находитесь в таком пассивном состоянии? Это плохо. У вас не будет такого шанса, как в этой жизни. Вы настолько удачливы, что вы находитесь в Навадвипе в это время. Навадвип, Вриндаван, слушайте Харикатху. И сейчас можете посчитать, сколько населения в мире, около... Ну, около 7 миллиардов или 8. То есть вопрос такой открытый. Ну, я ни газет не читаю, новости не смотрю, мир отдельный. То есть, сколько народу сейчас, я не слежу за этим. Вот так или иначе, смотрите. Если посчитать, сколько среди... Пускай 7 миллиардов, например. И сколько... А вы посчитайте вашу удачу, насколько удачливы, что вы находитесь в Навадвипдхаме. Слушайте Харикатху.
никто не получает такой удачи. Они рождаются и опять умирают. Шанкарачарья говорит. This way, actually, everybody, you know. So, you see. И вот, смотрите, Абрама говорит. Чтобы дать наслаждение всем, радость, принести радость всем преданным, то ты являешься в этом материальном мире. Иначе ты находишься за пределами этого материального мира, но все же ты являешься, чтобы явить свою лилу. И мы можем обрести благо, поскольку для нас обусловленных душ у нас нет другого пути. Прохлад Махарадж уже сказал, плачет он, зовет на Нарисимхадева, что никто не может помочь им, только ты. И все асуры. Ты должен благословить их. Prayano devo samyukti kama kama mohunam charanti vijanena parasas anaitano vihayo ki pranano vimukcheko nanyam tadassa saranam brahmato nupasye. We are traveling up and down, oh Prabhu. There's no way. You have to look it. И вот и они так рождаются, умирают, и поэтому ты должен благословить их. Мамунам чарам дивиджанина парартанеса Найтану вихайо кипанану вимму чайеко Наньям таласа сарнам брамато нупарше. I don't see. Я не вижу any solution except никакого решения, кроме тебя. Ты должен благословить их. Эти асуры, они падают в мою. О Господь, ты должен благословить их. So you will have to put always and every time. Все время. You will have to pray in front of Guru. Вы должны молиться Гуру Вайшнавам умом, сердцем. Otherwise you are not going to get kippah. Иначе вы не сможете обрести милость. Когда Вайшнавы от моего имени молятся Кришне, то тогда Кришна услышит мои молитвы. Поскольку Вайшнавы, они не такие не пассивные, как мы, у них есть связь с Кришной. Джива Госвамипад, он такую сиддханту приводит, что все обусловленные души они не могут обрести связь с Кришной. Кришна занят своими лилами. У него нет времени на них. Кришна всегда занят. Каждую часть секунды Кришна занят. С гопами и говиндой. С гопами, коровами и говиндой. То есть Кришна занят в своих лилах, ему некогда на вас смотреть. И поэтому Кришна явил себя в первое проявление Баларама, и Баларами потом от него другие экспансии. И преданные они тоже есть. Они заботятся о нас. И таким образом Кришне. То есть, прямо к Кришне мы не можем так попасть. Кришне нет. Он занят своими лилами, ему нет до нас дела. И, а это обязанность Баладева Санкаршаны, Гурудева, кто поможет нам, Гурудев. И поэтому, если вы молитесь чистым Гуру и Вайшнавам, то, как вот в этом киртане Шрилы Бхактивинода Тхакура, вы должны плакать, петь этот киртан Шрилы Бхактивинода Тхакура, он часто пел этот киртан. Вайшнавани кате
This way. Adanta Tina Guri Dayu. This way. Very nice kirtan. You must do this kirtan all the time. Вы должны всегда петь этот киртан, чтобы обрести милость. Иначе ваш шаста гену не сможет дать вам милости. Вначале мы должны обрести милость Гуру Вайшнавов, и тогда мы сможем осознать шастру. И тогда Брахма, он со смирением говорит: «О, Господь!» Если кто-то заявляет, что он знает все о Бхагавататве, то он глупец. «О, Господь!» Nothing is, you know, нет ничего visible. I don't know anything. I cannot know. Я не могу сказать, что я что-то знаю. Janante eva jantu king vayukta nami prabhu manaso pusuvacho vayavam tapavocha. Only you know. Только ты знаешь. Or maybe someday you will not know. Можешь даже ты не знаешь, если ты. Вы спросите у Кришны, знает ли он свою славу, то Кришна может сказать, что не знает. И таким образом, это очень большая, прекрасная молитва Брахмы. И Брахма, он смиренно говорит. И после этого Кришна доволен его молитвами. И я спрошу, почему Брахма, он молится так долго, хотя Индра, у него очень короткая молитва. Индра тоже совершил оскорбление в адрес Кришны, и он. Но молитва Индры очень коротка. Но Брахма, он очень такая у него развернутая, длинная молитва, как у вас Сиддханта, поскольку Брахма совершил такое оскорбление, что Кришна, он отделил Кришну от его преданных. Это большое оскорбление. Я уже сказал, что говорилось, что корова – это мое сердце, и Радхарани, когда Кришна пришел в форме прекрасной девушки Деваканьи на Варшану, чтобы проверить Радхарани, ее любовь. Она очень прекрасная была, но никто не проверил его, он пришел к Радхарани, Радхарани посмотрела и сказала: «Когда смотрю на тебя, я чувствую такую любовь, такое влечение. Я там Гопаканья, там то и все». То есть Кришна так представился. И тогда он начал говорить о Кришне, что какого-то черного этого Кришну любишь, не умеет себя вести, зачем он тебе? А Радхарани начал возмущаться: как ты смеешься, он же пастушок. Пастушки — это же лучшие среди всех. Поскольку те, кто пастушки, они могут всегда быть с коровами. И сам Кришна, он пьет молоко из вымени коровы, и поэтому не говори так. И Кришна сказал: «Ну, можешь ли ты показать своего Кришну?» И ты так любишь Кришну, а можешь ли ты показать своего Кришну? И Радхарани сказал: «Конечно, а как ты можешь показать? Жди». И она начала медитировать на Кришну, звать Кришну. Она начала звать Кришну, и через какое-то время Кришна, он опять обернулся к Кришне и сказал: «О, Радхи, я пришел к тебе». И тогда он увидел, она открыла глаза, увидела, что Кришна там. «Ты так сильно звала меня, поэтому я пришел». Пришел и выгнал эту Гопаканью, она всегда критикует меня.
И таким образом Кришна всегда такие являет очень такие лилы. И вот Брахма. Молитва Брахмы очень большая, поскольку он совершил более тяжелое оскорбление. Он отделил преданных от Кришны, но Индра, он, но Кришна наоборот, возможности получил, поскольку Кришна, гопи в Раджаваси и коровы, они всегда думают, боятся, что они вынуждены будут разлучиться с Кришной. То есть всем кому-то что-то надо делать, они идут. И поэтому они молились, когда у нас будет возможность видеть Кришну непрерывно. И когда это произойдет, и Кришна все знает. И поэтому Кришна, он дал такую возможность. И вот когда Кришна понял Говардхан подобно Свантику, то все в Раджаваси, все гопы, все коровы, все, кто там был, у них была возможность смотреть на Кришну непрерывно. И поэтому Брахма, он долго молился. Молитва Индры, она кратко была, поскольку Кришна был уже доволен им, просто чтобы наказать за его высокомерие, а так Кришна был доволен им. И так или иначе, Брахма долго молился, но тем временем случилось нечто, я забыл вам сказать, когда Агасура был убит Кришной, его кожура, эта шкура была показана только через год в Раджавасе, как это возможно. И в течение года, вы помните, Брахма, он когда похитил всех пастушков, коров и... То есть для Брахмы это секунда, а для нас это год проходит за то время. То есть, если с точки зрения Брахмы секунда какая-то проходит, или часть секунды, не успели мы моргнуть, уже, а для нас это целый год. То есть Брахма просто хотел их проверить, как это возможно, я уже запер их в той пещере, и я смотрю, они опять здесь, он смотрит своими четырьмя головами, одни и там, как это возможно. И после, ну, это год заняло по местному летоисчислению. И тем временем Кришна, я забыл сказать, это важное, Кришна приходил каждый день и попас их всех. From his own body, all Gomata, you know, calf and everything, all, you know, all friends, all same color, same tone, same tone, everything same. Всех гопов, всех коров, всех телят, один в один. И Кришна в различных каждый день, он так являл их, поскольку настоящие пастушки, они были заперты Брахмой, и так каждый день Кришна являлся там на... Он пас коров и прочее, то есть все делал сам. Ну, в Раджавасе не могли понять, что это, но в Раджавасе они поняли, что мои дети, они уже выросли, но почему я чувствую такую любовь, такое влечение, привязанность к ним? Все пастушки — это сам Кришна, и их матери, они очень были обеспокоены, они очень были привлечены ими. И хотя раньше у них к своим детям не было такой любви, поскольку уже он повзрослел, или там 5-6-7 ему, есть и маленькие дети, и коровы тоже.
была. Никто не мог понять. Только однажды Баладев, он был на берегу, на реке Гавадхана, рядом с Гавадханом, и он видел, как эта корова, они не могут себя в руках держать. Они бегут, они все бригады ломают и бегут к этим телятам, чтобы их облизать. Хотя обычно у коров больше любовь к маленьким детям. То есть те, которые только родились, коровы, они больше заинтересованы в заботе о самых младших телятах. А сейчас они стремятся к старшим. Почему это? Как это возможно вообще? И Баладев, он начал медитировать и увидел, что о, все Кришна. Даже он в течение года не мог понять, что случилось. Баладев, он долгое время не мог понять, что случилось. Поскольку они все являются Наралилу, как обычные живые существа, а также все у них. И поэтому спустя долгое время Баладев мог осознать это и смог увидеть, что все Кришна. И после этого все гопи и гопы и гоматы, они были довольны. Поскольку в течение года у них была возможность обнимать, целовать Кришну. Это не были их дети, это было Кришна в облике их детей. Это сам Кришна. И те матеря, они тоже не могли понять, почему мы чувствуем такую великую привязанность к ним. Вроде те же самые дети, я их любила раньше, а сейчас почему стремлюсь только к этим. А почему? Поскольку Кришна, он душа всех душ. Нитто нитьянам, сетона сетонанам, эко бхунам, йогитадат кама. И в Упанишах, в Упанишаде говорится это шлока. Нитто нитьянам, сетона сетонанам, эко бхунам, йогитадат кама. Что ты вечен, ты нитья, ты никогда не умрешь. Вы нитья, ваша душа, она вечна, вы никогда не умрете. Но Кришна, он нитья, нитья нам. Для Кришны. Он господин всего вечного. Он повелитель всего сознания. Он сверх такой сознающий сверхсознание. И поэтому все эти гопы, все матеря, все коровы, они думали, что если мы получим такую возможность, то Кришна всегда будет у нас. И так Кришна каждый день ходил в их дома и ел там в различных образах, в форме Сидама Судама, например. Он не Сидам Судама, а сам Кришна. А мы думаем, что Сидам пришел. И вот в течение года Кришна наслаждался своих преданных, принимал служение от них, еду. И вот однажды Денукасу. Я хочу так много сказать, но прошу прощения, времени мало, я не успеваю все подробно рассказать. И вот однажды все пастушки все решили, они Брама. И вот те времена случилось случай, все пастушки все отправились в Талаван. И в Талаване те гопы, пастушки, они сказали, что мы очень голодные, и тут смотри, запах Тала, если мы сможем
сорвать их, если очень хорошо будет. И вот они начали говорить Кришна Баларами, что мы хотим эти плоды Тала. И тогда... Махабаху Кришно душта невархано Ито вибуе сумадабанам Тала лисанкулам. О Кришна, хе Баларам, о Рам, о Кришна, о Баларам. Кришно душта невархано. Very near we find that. Здесь рядом мы видим лес талов и запах этих спелых талов исходит оттуда. Рама Рама Махабаху Кришна Душта Ниварана и то from here very near. И здесь рядом. Авидуре Сумахадванам Талали Кулесанкхилам. Фалани Татро Гурине Патанти Патита Нича. Санти кинту аварудхани дханке надуратмана. 22 слока, 21, 22 слока. You know, 10th canto, 15th chapter, you can find Sidama Namu Gupalu Ramu Kesavayuhu Sakha Subalu Stoko Krishnadhyā Gupaha Premaneda Mabubrahma. Out of love. И вот из-за своей любви Сидам, Сидам, Рам, они говорят, Сидама Наму Гупалу Раму Кесавайо Сакха Асувало Стоку Кришна Кришнадья Гупаха Премнедам Абубрана. Премна, премна, out of love. Премна, из-за любви, они говорят, о Рам, о Кришна, о Рам, о Могучий. Смотрите, здесь прекрасный лес. И много фруктов там, они упали с деревьев, но никто не может пойти взять их, поскольку там один асур, Венукасур. Если мы пойдем, можем убить его. И Баларам говорит, что правда, так пойдемте, поскольку у него был уже титул, что может убить любого, так сказать, нехорошего человека. И вот Баларам пошел и начал трясти это таловую пальму, и начали плоды падать с нее. И Денукасу, он узнал, кто посмел так шуметь в моем лесу. И вот в детстве мы читали такую сказку, там тоже был демон, который никого не пускал в свой сад. И И там вывеска была, что все ваши попытки входа будут предотвращены. И вот, в общем, там было много тал, и Баларам пошел собирать тал, и пришел этот демон. И этот демон, он был очень могущественным. Но не только он, этот демон, и всего окружения были такие же демоны от Асура. И И вот Баларам вошел в этот лес и начал трясти эти пальмы талов. Своей силой он со всей силы начал трясти эти талы, и начали падать плоды с них и шуметь. Асура саваха баде фаланам патитам сабдам. When all these fruits, и вот когда они падали, фаланам патитам сабдам нисамья асура саваха
И вот эти из демонов. Он пришел, чтобы напасть на Баладева. И вот что же делать? И вот взяв его за, задние ноги, одну руку взял за, заднюю ногу и начал раскручивать как, и кинул его, бросил. И этот асур, он оставил свое тело. И таким образом, и он был очень... Когда он кидал этого демона, он в полете, задел дерево тала. И... Одно дерево упало, задело второе, задело третье, четвертое, таким образом весь лес, он сломался, попадал. Но сейчас с тех пор тала нет, есть только два дерева тала, которые нам служат свидетельством того, что был раньше целый лес стало. И вот Денукаса убили. И после этого Кришна Баларам однажды Кришна со своими друзьями Они до Ямуны дошли, и там, в 16 главе, описывается Калия Даман. Вот, Шукадева Госвами говорит, Шукадев Госвами Парикшит Махараджа говорит: о царь, однажды Кришна пришел на берег Ямуны, в то самое место, и он нашел, что Ямуна очень ядовита, поскольку все коровы и телята, которые не пили эту воду, они отравлялись и падали на, землю. И Кришнам, значит, Ямуна, ну, одно из имен Ямуны Кришна. И здесь три раза говорится, это значит совпадение на санскрите, и на какой-то поэзии нужно рифмовать. Если одно слово несколько раз повторяется, оно усиливает красоту, значение, смысл всего этого.
So this way here, how do you see? Really? Таким образом. Same word Krishna, but meaning different. Здесь слово Кришна. Past below, несколько раз употребляется, то значение разное. Первое Кришна, значит, вода и Ямуны. То есть, видя, что Krishna, вода Ямуна, она не стала ядовитая, то Кришна, этот черный змей, Калина. So three times Krishna word coming, but every each and every time meaning different. То есть слово Кришна три раза используется, но каждый раз значение разное у этого слова. Это такой прием на санскрите в поэзии. When I discuss Chaitanya Charitamrita in detail, someday can come, I can speak all before death. В будущем, конечно, you can understand everything there. Рассказать, обсудить все Чайтанья Чаритамриту о том, как Махапрабху говорит перед пандитом этим, который пришел с ним спорить, и он все его находит недостатки в его поэзии. Хотя сам пандит его не видит. Махарадж в будущем хочет обсудить Чайтанья Чаритамриту и Бхагавад-гиту. И вот Кришнам, Кришнаха, Кришна Хина Вибу. That means first is that Bilokko man looking Dushitam, Krishnam. Krishna man Jamuna Nadi. Krishna, значит, Ямуна. Is toxic. Then by whom toxic? Почему? Это Ямуна стала ядовитой. Krishna Ohina. Ohimin in Sanskrit snack. Krishna Ahina, значит, ахин, значит, змея. И так на санскрите это так много. Life is so short. Like jadu, black magic, not black magic, white magic. Ну, все, как сказать, сложно, запутано, то есть, подобно черной магии, все сложно. Вот Кришна Ахина, например, Санди, то есть эти два слова соединяются. Кришна плюс Ахина. Кришна Ахина. Кришна Ахина. Получается слово. Это значит. Это значит, это Калия. Черный змей Калия и Кашья. Кашья значит. Джамуна is стрилинго. Джамуна Кришна. So Кашья, not Кашью. When somebody prayed Dandavat, they also make mistake. И вот кто-то вот кланяется, например, тоже ошибку совершает, не могут понять, что к чему. They don't know. Не знают, когда. Ну, кланяться с неправильными этими мантрами, это я попозже расскажу. И вот. Ташья вишудхим анмичхан, чтобы очистить эту змею, а чтобы очистить этот это место, Кришна прогнал эту змею. И Парикшит Махарадж спрашивает, почему. Катам антаржали агаде нагриньяда Бхагаван нахим савай баху юга авасам ятасид випро катхотам. И эта змея под водой долгое время находится. Почему Кришна прогнал ее? И Шукадев Госвами говорит, это большая история за этим. Actually, that
И на самом деле из-за этой змеи все вокруг оно стало токсичным, все эти. То есть из-за этого яда даже птицы мимо пролетающие, они умирали. И Кришна хотел очистить это место от яда. И вот это долгая история. Вы, может, забыли, что я уже сказал, что из... Почему Кали это появился? Гаруда, он ел какую-то рыбу, Риши его проклял. И это то конкретное место, где Кали... То есть Кали, видя Гаруду, он убегал от него. И... То есть это единственное место, где Калия мог спрятаться от Гаруды, и поэтому Калия там жил вместе со своей семьей, женой и прочими, он там жил. И вот Кришна хотел его выгнать, но змея не хотела, этот Калия не хотел никуда уходить, и Кришна что сделал? И Кришна, он залез на дерево, на Кадамбу, старое дерево, поскольку Шукадев Госвами сказал, я уже говорил, что любые птицы, которые там пролетали, они падали от яда. И Кришна что сделал? И птицы... И Кришна что хотел сделать? Кришна, он залез на дерево Кадамбы и... своей одеждой вот залез на дерево Акадамбы, потом прыгнул на Калию своими ногами, и этот сам Парабрама, сам, это, когда он прыгнул на Калию, что случилось? То есть он прыгнул в это, на Калию, и Калия очень разгневался, кто посмел. Но Кришна, Кала на санскрите значит слабый, то есть те, кто недостаточно сильны, Кришна, он их может сказать, быть их защитником. И вот Шрила Прабхупад про Кришну говорит на Бенгале, что он, что Кришна Бхакта, он шайтан всех шайтанов. Он, то есть, как сказать, ну, по-русски, то есть Кришна Бхакта, он как бы черт над всеми чертями. То есть те, кто, сказать, эти плохие люди, скажем, черти всякие, то Кришна, даже Кришна их может поместить на пути преданного служения. Вот Шрила Прабхупад говорит об этом. И вот... Твам чанда вега вишо вирджам мавекша тена душтам надинча каласаньяма аватарха Кришна кадамам аруджа тато оти уттаньям оти уттангама уттангама аспатчо гаро расано няпатат вишоде вишоде мини poisonous water. И вот это слово значит ядовитая вода. И
И там, после этого, змея очень разгневалась и укусила Кришну. И таким образом началось, так сказать, борьба. И эта змея Кали, он хотел схватить Кришну. И вот таким образом Смитосандрахасам, кирантам апратихам, камалодарангхи, сандясо мармасу руса бхуджая чачада. In the meantime, и тем временем случилось, смотрите, что те враджаваси во враджадаме, они какие-то замечали плохие знамение. Он сейчас Баларам не пошел с Кришной, может что-то случилось. Кришна наверняка попал в какую-то проблему, иначе не может ничего быть такого. И где же Кришна? Все враджаваси начали плакать, поскольку всякие неблагоприятные знамения они случались. Они думали, может, Кришна, он попал в какую-то неприятность, что случилось. Вот они искали, искали, увидели, что Кришна, следы Кришны. Вот в Скотланд-Ярде, например, есть собаки, которые там работают на зарплате, особая собака полицейских. Если какой-то случай, эта собака может вас выследить, такой нюх у нее. Но здесь что делать? Они видят отпечатки стоп Кришны, поскольку в Раджаваси они там. Глина, она мягкая достаточно, земля мягкая, не можно по отпечаткам найти, куда Кришна ушел. И вот они искали, до Ямуны дошли. И вот они, когда они пришли, увидели, что там случилось, они думали, что Кришна умер. И вот они видят, что Кришна лежит без сознания, и Яшода и Нанда, они пришли, они хотели прыгнуть в воду и покончить жизнь самоубийством, но Баладев сказал нет. И Баларам знает силу Кришны, сказал, что подождите. То есть все хотели туда прыгнуть, в эту отравленную воду, чтобы умереть, поскольку Кришна умер. Но Баларам сказал, подождите, ждите. И Кришна что сделал? И Кришна, чтобы... И Кришна, чтобы показать, кто он на самом деле, он вырвался из этих оков змеи, и что случилось. И Кришна прыгнул на голову этого Калья-нага, это самая такая ядовитая змея в этом мире, и он прыгнул к нему на... Это, на голову и начал танцевать. И Кришна, мы думали, что Кришна, они думали, что Кришна умрет, но сейчас, чтобы дать надежду Враджаваси, чтобы Враджаваси не были безнадежными, Кришна, он показал свою силу, он избавился от этих колец, от, в смысле, оков змеи, начал танцевать на его головах. И что дальше произошло? И вот Кришна начал танцевать на их головах. Даже Шанка Бхагаван, он Натарадж. И вот Индра, Варун и прочие, Шанкар Бхагаван, Брама, они
казались, что мы не видели ничего подобного, что во всей Вселенной я Шанкар говорит, что я знаю все, что происходит, но такого я еще не видел никогда, что это. И вот Брама Шанкар, они начали думать, что происходит. Адья значит вот эти слова. Адья значит в одном слове это Кришна буквально значит. Что это значит? Адья значит Адья. Изначально. И вот Кришна прыгнул туда. И вот когда я совершаю парикраму в лесу, иногда кто-то говорит мне, что 70 лет назад я ночью видел змею, она сияла, какая-то змея. У нее было какое-то украшение на голове, вот из змеи. И вот есть такая накшатра, шати накшатра. То есть если змея родилась под какой-то определенной благоприятной накшатрой, то ее яд может трансформироваться в украшение, в драгоценность на ее голове. So this time, see, и вот в то время говорится, Krishna, you know, что Кришна и вот Кришна, он начал танцевать так, что ни в какой, ни Брама, ни Шанкара никогда не видели такого. И вот он начал танцевать, и каждое время, когда змея что-то, он, ну, когда прыгал на голову змеи, и эта голова, она опускалась. И таким образом Кришна танцевал подобно свету. Но очень быстро он перемещался, прыгал с одной головы на другую. То есть даже со светом нельзя сравнить. Он быстрее танцевал, очень быстро. И Шукадев Госвами говорит, кто танцевал на его голове. На головах Кали. Брама и Шанкара не спрашивают, кто это там. Кришна. И такое искусство мы никогда не видели, это нечто новое. И как это возможно? И вот Шукадев Госвами говорит, кто это, если какой-то, кто танцует там? И Акхила Кала, Акхила Кала, Ди Гуру Нанарта.
И кто это? Говорится, что во всех брахмандах можно найти разные искусства. Он мастер всех этих искусств. То И вот он танцевал, и после этого Кришна, Кришна хи, значит, кальянаку, он начал, кровь начала течь из его рта. И Кришна, Парабрахма, он танцевал очень быстро, очень прекрасно. На его... This way every time blood came. На его головах и каждый раз кровь текла у него. И вот эта змея уже практически умерла. И все жены этой змеи Калиопатни, они пришли и начали возносить молитву Господу: о Господь, хватит наказывать его, он практически умер. Мы станем вдовами. Пожалуйста, оставь его. Благослови. И вот Калинак начал молиться. Ты сделал правильно. Поскольку мы змеи, что делать? Калинак говорит сам это. О Господь, что делать? В твоем творении мы змеи, змеи они жестокие. И ты обвиняешь меня. И твоя обязанность изменить мое умонастроение. И все они пришли, эти змеи. Чтобы предложить все Кришне. И вот и молитвы они возносят. Ты пришел в этот материальный мир, чтобы наказать всех таких слабых живых существ, и ты правильно все сделал. У меня нет никаких возражений, но мы потеряем нашего мужа. Что делать? Сутанам Гупи Тулладриштер Дратседамам Фалу Мевану Сансан. И вот Калия и все жены Кали, они молятся Брахма Шанкар. Никто не получает такой возможности. Как ты? Брахма Шанкар Локи never get this kind of chance. Брахма Шанкар. И Калинака начал молиться. Касьяну бхава асьо на дева видмахи, we don't know. Мы не знаем, какое сукрити наш муж совершил. Асьо на дева видмахи, тавангри рейну спарсадикара, all your, you know, footstep, dust particle from your lotus feet, going on the head of our husband Kalia, how possible? И пыль с твоих лотосных стоп, она попадает на голову нашего мужа Кали. Как это возможно? По какой удаче все саду, гуру, вайшнавы, риши, муни, они молятся тебе, но они не получают такую... Они не получают такой возможности. Это Лакшми Деви в Балаване до сегодняшнего дня. Она совершает аскезы, но она
не достигла успеха, но как же Кали, наш муж, он достиг такого? So many riches, appliances, Лакшми Деви очень богата, она оставила все, подобно Мусаву. Она пришла в этот Билаван и совершает аскезы. Вы можете найти это да, сейчас. Настолько удачливо Кали, Нагапатни, они молятся таким образом. Нанакапиштам, нак значит нанакапиштам, натасарвахумам, I don't be, actually, we don't care about that post. Мне не нужно то положение сарга. То есть тот, кто сарвабхоми, то есть тот, кто царь, единственный царь на всей земле, и смысл всего этого положения. Даже Индра, он, который пребывает на своих райских планетах, то все это нестабильно, все не вечно. Даже Брама, положение Брамы нам неинтересно, нарасатали так много разных богатств, разной роскоши, и даже йога, 8 видов совершенств, мы этого не хотим, это подобно мусору. И те, кто они все стремятся получить пыль с твоих лотосных стоп, но Калия, он настолько удачлив, что ты сам танцуешь своими лотосными стопами на его голове, и пыль попадает к нему на голову с этих твоих стоп. И вот они возносят молитвы. Намасте пракритая ча, калаю калунаваю, калаваю сакшине, вишаю тадуподраште, таккарте вишахетави, бхуто матрендрио прано ману водья саятмани, тригунена виманена, гурасватману бхутай, намо анантаю сукшмаю, Кутастаю випасхите, нанавадануродхаю, бачо-бачо касактай, намо пранамулаю, кавайе састрайонайе, прабхитвайо нибритвайо нигамайо намо нама, намо кришнайо рамайо, басудево сутайе ча, паддуннайо нурудхайо, саттатам патайе нава, Намо гуно падипайо гунатмо чхаданая ча, гуно вриттио палакшайо гуно дрште сасангвиде, абьякрито вихайо сарва бьякрито сиддхайе, риши кеса намасту, намастеосту мунайе мауна сарине. This way, all Kalyanas praying very heavily, so Krishna will come. Они молились Кришне, и Кришна стал доволен их молитвами. Сакрит
Кхантум Арахаси Свантатмаха Мурасьо Там Аджаната. He has done all mistake raising already in Тамагуна. Он находился в Тамагуне, змеи в Тамагуне, что делать, о Господь, и твоя обязанность найти решение, благослови его. И вот он сейчас устал, ему все надоело, сейчас то время, когда ему нужно, так сказать, отдохнуть. This kind of prayer going on, then Kali also revived. И вот они возносили молитвы, и Калия, он ожил и сказал: «О Господь, что делать? Мы змеи. В твоем творении мы змеи. И я автоматически нахожусь в Тамагуне. Что делать? Я не могу контролировать себя, подобно Дурьотхане. Я знаю, что это плохо, но я не могу. Я знаю, что это не дарма, но я не могу делать по-другому, я вынужден. И Баям Калаха Сот Патя Тамаса Диргаманнабахо Салабадустаджанатлюканам Яд Асадграха Баям Калаха. We are all snack, you know? Мы все змеи. You know, we are snack. So automatically и автоматически мы в Тамагуне. Мы гневаемся, поскольку Тама значит гнев. Что делать, о Господь? Моя самскара очень плохие. Я вижу себя. To take, you know, some gel to change that position. Kali is speaking, just like that, like just like, you know, this situation. Kali говорит. Vayam Kalaha Sot Patya Tamasa. From birth itself, our journey is like that. И мы с самого рождения мы родились таковыми. И что же делать? Мы такие гневные с самого рождения автоматически. Like when it's something Rahu, Ketu, Saturn, you know. Rahu, Ketu, Saturn. Они все находятся в таком плохом положении. Если вы идете к астрологу, просите найти какое-то решение. Астролог вам предпишет какой-то камень дорогой и кораллы, еще что-то. Если посчитать, что, то есть. Астролог только заработком занимается, получится, но преданные, они не думают так. Любой преданный, если носит какие-то, ну, от Гурудева кто-то приходил, какой-то преданный с какими-то драгоценными камнями, то Гурудев смотрел и спрашивал: «О, баба, вы не верите Кришне? Почему, Махарадж? Почему вы носите всякую камни для того, чтобы менять положение звезд?» Ну, и преданному стыдно было, поскольку в небесах есть 9 звезд, которые повелевают всем миром, но мы следуем 10-й звезде Кришне, и он самый могущественный. Что они могут сделать нам, поскольку мы контролируемся Кришной? Если мы не верим Кришне, не находимся под его руководством, то тогда да, нужно чем-то другим заниматься. Если наша жизнь находится под руководством Шри Кришны, то кто способен принести какие-то проблемы нам? И вот Кали молится так. И вот подобно тому, как у людей плохого положения звезд, они вынуждены заниматься какими-то плохими действиями. И вот Кришна говорит: «О Кали, с сегодняшнего дня у тебя нету, ты не можешь здесь жить, и куда же идти? Иди в Рамани куда-то, в другое место». И Кали сказал, что нет, Гаруда, он может напасть на меня. И Кришна сказал, что нет, с сегодняшнего дня Гаруда, он не нападет на тебя, поскольку Гаруда увидит отпечатки моих стоп на твоей голове. Если вы посмотрите на любую змею, то можно найти там на голове отпечатки стоп Кришны.
То есть это очень, я видел очень ядовитых змей в Харидваре, видел питона какого-то Шанкачура, очень таких ядовитых. Шанкачур, змея такая, если она очень опасна, она может только за голову кусает, она так может прыгнуть и укусить за голову, такая опасная змея. И вот таким образом Бхагаван говорит, дипам раманакам хитва радам етям упасритаха яд бхаят са супарна свам на адьям матпада ванчитам. So long. И вот долгое время я знаю, зачем ты пришел сюда, поскольку нет места, чтобы спасти тебя. Но и с сегодняшнего дня нет опасности на тебе, поскольку Гаруда, когда бы он не видел тебя, он увидит отпечатки моих стоп на тебе и не будет тебя трогать. I know Kalyananga wife, I know they actually help, you know, worshipping this way actually. And now Kalyananga leaving that place. И вот Kalyananga оставил это место и ушел. И с тех пор Kalindi jal pani water is very pure. Вода Ямуны, она чиста. Только 8 лет, 70-100 лет назад. Если кто-то знал, что случилось в то время, то все саду Вриндавана, они пили воду из Ямуны, готовили на ней, пили, она была настолько чиста. И после этого какие-то глупцы решили сливать канализацию в Ямуну. И вот настолько, с тех пор Ямуна стала, я раньше был в Ямунотре, там вода подобна бриллианту, настолько чиста, когда солнце падает, то есть эта вода сияет подобно бриллианту, настолько она чиста. И, то есть, и с подвлением солнца она сияет, даже Ганга не настолько чиста, как вода Ямуны. То есть Ямуна настолько чиста была, что я не могу словами объяснить, настолько она прозрачна, настолько чиста, настолько сияющая. И вот все эти, все они вместе, они пошли. All, you know, the water of Jamuna become very clean, very clean. И вода Ямуны, она, то есть когда Кали ушел оттуда, вода Ямуна стала очень чиста. Но после этого я уже сказал, что Нанда, Яшода, Нанда Упананда, они все к Нандаграма пришли. Они... И вот когда Кришна вышел из этого озера, где был Калия, все были очень счастливы видеть Кришну. Кришна, его нектарные глаза, его коровы, телята, все пастушки, которые умерли, они проснулись, как будто они спали. И уже было вечера, поздно, достаточно назад идти, Нандаграм было далеко. И Нандаграм был очень далеко, и они решили отдохнуть в том месте. И вот Кришна, он оживил всех, когда и когда они заснули, было жарко достаточно, и начался пожар. И пока они спали, они увидели, что начался пожар, и начали кричать «Кришна Баларам, Кришна Баларам», и Кришна проснулся и сказал: «Закройте глаза». И после этого он взял весь огонь
он поглотил весь огонь, и таким образом Кришна спас их. И вот так Кришна спас всех, и после этого Праламба пришел. Праламба Баларам сначала не понял, что он пришел к нам просто поиграть, и они разделились на две группы. Но условие Праламбы было таково, когда Баларам. Он сидел на плечах Праламбы, и Праламба, он хотел что-то необычное сделать. Он побежал убить Баларама. И Баларам, потом он понял, что это демон. They put a fist on head, Balaram, and then break his head, Balaram, you know, all day. Balaram so powerful. Balaram, он настолько могущественен. Balaram контролирует все Брахманды. Кришна, что делает? Он настолько играет во Вриндаване, а Баларам все делает. И вот он убил этого демона. И в Амбикаване был другой лес. Мунджаранни, Гопа-Гопи, Гопика-Бхананда. Then at that time some fire creates. Then actually that time also Krishna saving them. This way actually Krishna playing. Banan from this forest to that forest actually. I am speaking all in gist. This way. То есть Махарадж кратко объясняет, что там было. И сейчас мы дошли до Autumn, Sarka. There actually Krishna playing there and he supposed to play nicely. So it's called now Venu Gita. In вот, Venu Gita. 21 глава. Сукхова. И Шука говорит. Кришна видит, что все очень прекрасно. И Кришна наслаждался этой обстановкой. Вода Ямуны была прекрасна, чиста, все эти озера, реки. И однажды Шукадев Госвами говорит, что случилось. Сабху Бхупа Лакочита Сарута Сакча Джалам Падмакар Сугандхина Навишат Байюнаватам Сабху Бхупа Лакочита Кусумито Банараджа Сусми Бринга Диджакула Гхушта Сарахасарит Махитрам Мадхупати Равагьяйха Чарян Га Sahopasupalo Balashtakubja Venu. One time Krishna playing on fruits, you know, in Atambari, you know, after, you know, rainy season, this in all nature is very nice. Krishna играл на флейте.
вся вода, которая там была, она была очень чиста, очень прозрачна, и росли лотосы, и куда бы мы ни смотрели, везде были прекрасные цветы, которые благоухали. И этот воздух был очень прекрасен, очень такой благоприятный. Сладкий аромат исходил от, то есть природа может действовать на ум и на тело, и поэтому здесь тело и ум употребляют все слова. И вот Шри Шукадев говорит: И вот Шри Шука говорит: Кусумито ванарай сусмит бринго, дижо куло гушто сарохо сарит махидрам, мадхути рабхьяйо чареноға, сахо пасупала валасчукубжабинам, тадвайастриаструтьо венагитам, смародаям качит паракшам киштасасак, шасакчо абхьонварнаяно. Тад бхаджастрию асрутта бенгитам смарудаям качит паракшам кришнасьо шас шакибьо анну варнаяно. This way, one by one, таким образом, один за одним эти враджа-гопи, они чувствовали, как сказать, наслаждались этим, этой природой. If I like to give clear idea, then you see, I would like to speak all material thing. You should understand because you are hearing Harikatha. So you are feeling some, you know, reaction inside of those, you know, gopikas. Гопи не хотели встретиться с Кришной, у них было такое влечение смаро, то есть это влечение не вожделения, а какое-то более изысканное, более возвышенное смародое. Барапирам натабарабху карнаю карникарам бриддарвадгаргакабишам байяянтим чамарам рандханавена радарасудхая пура янагопа брандай вриндараннам сападараманам правишадгипакирти ити венуравам райдан сарвабхутаманухарам ити венуравам хе райдан хе парикшит Iti Venuravan Rajan Sarva Bhuta Manoharam. All whole world, sect, they are secting. Весь мир, он, whole вся природа, она тряслась. Rajan Sarva Bhuta Manoharam Srutya Vajastriyaha Sarva Varnayanta Vire Vire. Somebody hearing fast. Кто-то слушал, что звук какой-то прекрасный звук. It's great impact in heart. Но он привносил какое-то чувство в сердце. И вот они говорили одним за одним, что мы чувствуем, какое-то чувство в сердце, мы не можем находиться, мы вынуждены бежать к нему. Я могу, сейчас я буду произнести несколько шлок, а завтра более подробно.
расскажу. Акшаджи, а также Акшаджи, завтра я буду говорить о них. И вот те гопи, они сказали, они все ум, их тело, оно все... Они были опьянены, и Санатан Гасай говорил эти слова. Что странного Санатан Госвами говорит? Что звук флейты Кришны он такой производит, и они потеряли себя, слыша этот звук. Вот несколько шлок я произнес, слушайте. Акшаннатам фаламидамна парам видамаха сакшо прасунану вивишатайо нувайасай бхактам брайеса сутайо рунувена юстям джайрвани питаману ракта катакшам акшам чута правалабар хастава кутпалавио малану пикта паридхана вичитра вешо маддевирьятурулам Пасупала гушам, рангия танату варуко, чугаю ману, гоппохоки матардаям кусалам смирену, даму дарадару судаму пигупиканам, гоппохоки матардаям кусалам смирену, бейнур даму дарадару судаму пигупиканам, бхунте своям джадава сестра самхриддиньо, Рисотта Джосуму Чустарову Ятарья, Бриндаванам Сахибуву Витаноти Киртим, Ядева Кишуто Падамбу Джалабда Лапшим, Говинда Ведамана Матта Майура Нитям, Пикшат Кришанба Паратанью Самоста Сатчам, Дханьясма Мурамати Йопи Хариньо, Итадананданананданамутамупаттавичитравешам Акарнавенуранитам сахакишна-сара Пужамдаддудвирачитам пранайобадохой This is a very nice thing, Venugita. I can speak tomorrow. Venugita завтра будет тема. Бхаджи-бхаджи-каманданам Самастапапа-канданам, Бхаджи-бхаджи-каманданам, Самастапапа-канданам, Сабхакта-читта-ранданам, Садайва-нанданам. Ванчакарпалабхасу-кивасан-бхача, Патитанам-бхавани-бхавишна-бхю-намо-бхача.